тем, кто с нами. Ну что ж, здравствуйте, Вот. дорогие Ну, мы... товарищи. Да. Я Дред, и ты Хикс, и вы остальные, все, кто смотрите наш стрим и нашу запись. Приветствую вас Да-да, всем привет. В этой игре Chivalry, ну или как-то рыцарство, кавалерия 2. Вот. И пользуясь тем, что в Стиме она бесплатна на этих выходных, мы решили ее опробовать. И тем, и вот этим вот мы сейчас и займемся. Икс. Да, да, так и есть. Сейчас будем рубиться, вспоминать. Я в свое время очень много наиграл в первую часть. Не знаю, как ее правильно назвать тоже. Chivalry, я все время Chivalry, Chivalry. Chevrolet, короче. Поэтому мне тоже крайне интересно посмотреть. Мне очень крайне интересно посмотреть вторую часть. Что она себе представляет. Ага. Потому что игра в свое время доставляла очень. Особенно PvP, Free for All, сражения и на миссиях вообще классно было. Угу. Кстати, как меня слышно сейчас? Тебя слышно хорошо. По крайней мере, мне. Ну, все отлично. Значит, нормально все стало. Ага. Так, я в настройках отключил голосовой чат. Графика вроде на ультрах стоит, все с кровью. Да, кстати. Полноэкранный режим не надо, мне тут вот это вот. Чувствительность, чат. Главное, кровюка, чтобы была включена. Потому что эта игра про кровавое месиво. Ага. Так, я присоединяюсь к тебе. Вот я к тебе присоединился. Да. Ну-ка, а сейчас у меня нормальный голос? Хорошо слышно? Не, сейчас ни хрена не нормально. Ненормально, да? Да. Понял. А это, видишь, я к тебе в группу присоединился, и сразу что-то началось. А? Фигня какая-то. А у тебя в разделе аудио голосовой чат? О, кстати, да, можно. Включен, быть. Выключен. А, выключить. Да. А попробуй поговорить. Ну-ка. Сейчас говорю. Вот. Раз-два. Вроде, как слышно? Вроде лучше. Наверное, лучше? Все-таки этот меня был, да. Может быть. Так, ну что, мы в группе. Что тут у нас прогресс, компания есть. Зимняя война, отряд налетчиков. Угу. Освобождение. Рыцарь Орден Масонов. Их не поймешь, Мейсон вообще их все время звали же. Мейсоны, типа. Не знаю. Сошлись в отчаянном бою во время семью штурма крепости Тиаргона. Вообще, Chivalry, как ее, насколько я знаю, изначально была модом, по-моему, на Half-Life 2, если я не ошибаюсь. Угу. То есть это была такая крупная модификация, на, по-моему, на движке Source. На Source. И это вообще типа выдуманная история чуваков, кто разрабатывал. Но все это переросло в полноценную игру. Это как, знаешь, Days в свое время. Ага. Игру с мода на арму. Я понял. Дай-ка я один момент тут немножечко перезапущусь и вернусь обратно. Я никуда не... Давай. Да, у меня, конечно, тут картинка слишком маленькая для... Да, дорогие товарищи, прошу прощения за то, что такие небольшие задержки есть. Но надеюсь, вы войдете в положение и тупо прокрутите ползунок дальше. Окейшки. Ладушки. Я здесь. Так. Интересно, а здесь оставили возможность смеяться? Я помню, в первой части все любили задрачивать кнопку смеха, и все ржали постоянно во время боя. Есть такая. А ты чё, это самое, не проходил? Обучение? Нет.
Я не проходил. Я и так все знаю примерно. К чему. А я проходил. Не, я запустил. Я запустил тренировочный бой. Понял, что все примерно то же самое. И все. Единственное, только я не понял, где идут топориков. Походу, топорики по умолчанию не открыты, которыми метаться можно. Ага. Че, зимняя война? И у авангарда нету по умолчанию этот, как он, Свайнхайнгер, или как это? Свайхандер. Меч называется, криво. Свайхандер, да. Двурусник, короче. Все сплошные эти. Да-да-да. У меня самый любимый персонаж всю жизнь был это именно авангард с двуручным мечом. Mm-hmm. Че, будем прогресс в компанию играть? Да, давай. Ну давай, давай. Я пока не понимаю, как тут играть. Купить премиум, что ли, или что-то такое. Вот что это такое? Что это такое? Если вы понимали, вот что это такое, но... Обычно. Ржавый меч. Открыть магазин. Клонино, не надо нам. Ты понимаешь, что происходит, нет? Я тоже не понимаю. Нет. Давай, отряд налетчик. А, нет, фигня какая-то. Да везде тут, видимо, компания не работает. А хитрые жопы. Видимо, да. То есть надо... Просто... Вообще, думаю, что здесь компания есть. Раньше компании не было. Да, давай просто играть командная цель 64. Ну, давай играть командная цель, да. Командная цель, это будем сейчас там по этапу пробиваться к цели, и вам в конце убить короля надо будет. Ну, или защитить короля. Угу. Тот, кто врагов набьет, будет королем. Угу. Царь горы, да? Да-да-да. Там вообще жопа должна начаться, если вспоминать по первой части. Король стоит, все его охраняют, все лишь бы прорваться, с ноги пнуть в живот. Окей. Творится, начинает. Ладно. Посмотрим сейчас. Надеюсь, такое же веселье осталось. Там потом в первой части еще выходили дополнения, но почему-то они недолго пожили, потому что популярность. Угу. Там пираты появились с ружьями. Короче, там вообще в канале началась. Самураи японские с пиратами все подряд. Угу. Падение Ленс Спира. Вот Мазонов пытается пройти гиль. Что происходит? Ты кто, красный, синий? Ты на той же. Не знаю, пока. Ты Мазон. Ты Масон, и я Масон. А ты кто? А, вот. Понеслась какая-то хель. Ой, пардон! Кого я там ударил, сука? Так, интересно, а ты где? Как мне тебя найти? Блин, я не понимаю, тут, знаешь, куча кнопок позабито. Я тут в стиле этого Верментина пытаюсь играть. На вообще, одного зарубил. Я своих же рублю, блин. Херня какая. Тут как тут менять это самое? Они побежали дальше. На L, да? А, да, я это вижу. Блин, я пытаюсь прокрутить на это самое. На другое оружие. Я за тобой бегу, я вижу. Ай, блин, сука. Ты чё? Чё это было? У меня четверо. Убил меня, сосал. У чувака ник. Блин, я пытаюсь мышкой крутить эти самые оружия, а она не работает. Кстати, бинты появились, да? Да. Гранаты есть, потому что по умолчанию.
Ну, кстати, за орудие можно садиться, по-моему, что я помню. Это что у нас тут такое? Камень? Так, подожди. Я тут помогаю с камнями. Ты там... Авангард уже накачать получается, да, нормально, чтобы меч появился. Че там авангард? Рыцари там, наверное, выбирать надо просто. Что у вас там происходит, блин? Дурные люди. Подожгли. Я горю. Ай, блин, да ж. Эй, а кто меня? Лучник жопастый. Ладно, пойду с мечом. А, тут на X смех. Покупаем. Ай, блин, закололи на героя. Туки. Что там у тебя еще есть? Меч, метательный нож. Отлично. О. А, подожди, а что? А, это чат. Блин, такое ощущение, что у меня Блин, а что ж такое? Какое-то мясо, ёпросет. Хикс, ты здесь? Да, я тут спасал лучника, и меня зарубили. Что тут надо? Толкать? Знает. Не понимаю. Ну что ж, городские ворота. Да, наверное, надо стоять там в альбисе, когда спаркать. Как? Кто болтал? Верхний день. Да я просто это свои железо. Дичь. Эй, кто там? Нет, у меня шлем слетел. Well caught, their gate is in ruins. Soldiers, capture the town square in the name of Ulrich. О, я упал на коленях. Ты где? Я возле этого, возле тарана. А за тарана? Ты что, стоишь? Да. Ты где? Вот справа от тарана прям. С
Справа, 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 справа. Прыгай, прыгай, вот, прям рядом с тобой. А. А, все, пойдем. Мне с меня шлем слетел. Ай-яй-яй, ну что ж вы лезете под это? Да блин. Лезут и лезут под... А, это не ты, извини, чувак. Я залетел и огреб сразу. О, так, как тебя поднять? Ой, ё-моё! Как поднять? А, исцеление. Ага. А зачем бревно? Или тут надо типа уберём что угодно? Как кидать гранату? Генопо. У тебя 4, у меня... А, точно. Какое мясо, мясо, мясо. А, так, надо отходить. Сейчас город открыли. Деус Массад. Меня тут посадили. О, я за тобой. Здорово. Ну, давай, классно, на цель бьёшь. Да блин. Ух ты, бабушка. Эй. Да блин. Ой, опять за тобой. Мы, кстати, вместе, походу, появляемся, да? И командная работа. Э, блин! Мы достали просто втроём. Рыцарство, оно такое. Блин, кого я там? Как подбегаешься? Ещё тут же можно пинаться ногами. А я просто подбегаешь и бах, с ноги! Иди туда, ладно, мужик, что за хуйня? Ага. Ах ты собака. А, кто ты такой? Блин, а? Пробил. Пор Агата! А что за колотушки? А, колотушками кидаться можно, отлично. Собака. Сразу сапкис. Enough.
Ой! Какой-то мужик в кильте бегает. Бегает! Есть! Убил! За масоном! Второй! Ой, блин. Какое мясо. Да, это у меня скорее всего. Я что-то топорики достал. Че? Тут еще. Ай, я хомяка ударил своего. Тут знаешь, еще есть это самое. Можно пасть, ползать и попросить пощады. Типа убили там, попросить. Вертишь. Тебя убили. Ай, блин. Я все хочу отметить, типа, врага, который там. Один с кувалдой ты бегает. Что там? Блин, лучника. Так, меня тут зажали. Я тут сверху на сарае. Пардон. Not gonna work. А ну пошел отсюда. Leave it up. We've nearly taken the town square. Просто бревно огромное. Masons, break the enemy's spirit by striking their banners from the walls. Происходит. Ауч. Это ловушка. А вон они там бегут. Следующий центр пошел, да? Мне нравится то, что можно кидаться оружием. Отдай нож. Кто там? А, собака. Шотландская. Ты там живой? Я да, да. Да блин, там чувак. Ha ha ha.
можешь лучника взять. А, не, лучника я не могу. Давай, пехотинца просто. Пехотинец он этот, знаешь, как и летит, типа уклоняется либо право, хорошо, быстренько. Насколько я помню. Ага. Тут такое мясо, блин. Тут как бы от своих. Самое мясо в конце начинается. Проигравшая команда после того, как победил. Мне попадает оружие, и они бы папашку просто сломали. Да-да-да. Они проигравшие команды. О, молотоносец. Пардон. Меня повесили на этих жердочках. Че там у него? А, подсечка тут еще какая-то есть. А, кто? Так, лучники меня, что ли? А, лучники расстреляли. Суки. Бейте его, бейте его, он на меня отвлекся. Ай, черт, надо. Так, ни хрена непонятно, новость интересная. Там у кого-то жопа горит. А что жопа горит? А что тебе жопа горит? А что, стрела огненная, что ли, воткнута? Ты бежишь, что у тебя жопа горит? Да нет. Вот ты бежишь, у тебя огонь из жопы. Ой, у меня? Подожди, что за фигня? Не-не-не. Ты бегаешь, мне говорит. Это у тебя просто кажется. Это потом посмотришь. Да-да-да. Ой, блин. Рыцари, блин. А, подожди, я хвалю противников, которые меня убили. Ой, блин, извините. Да блин! Ты
О, блин, меня бочку убили. Суки. Какая херня. Трибушеты. А что там трибушеты уничтожили? А, зажечь что-то надо. Подожгли, мне жопу подожгли. Оружие же вылетело. Я понял, в чем прикол. Меня ударили резко сзади, у меня оружие вылетело. Ой, блин, что-то сверху свалилось меня, разбило нахрен. Но ножик я ловко научился пускать. Теперь надо еще отпинываться научиться. Блин. Блин, эти гребаные трибушеты. Не, ножик классный, он быстро работает, жаль, плохо. Щитом даже кидается. Ты даже щитом кидаться можно. Ты меня сейчас щит кинул. Ну что скажешь по первой битве? Мясо. Ну весело, да? Веселое мясо. Тут, по крайней мере, быстро это респавн, и как бы не успеваешь, как бы, от это самое
откиснуть. Остыть. Да. Еще эти крики. Ну прикольно, то что всем подряд кидаться можно. Раньше такого, конечно, не было. Это повеселило. Ой, подожди, а мы за кого? Я за кого? А ты за кого? За Агату? Я за Мазонов. А как мне тогда переключиться к вам? Давай я... А нет, нельзя. Ну что, будем биться против друг друга. Да, ну потом сейчас переключусь. Overrun the city of Galencourt and desecrate Vedran's tomb. Ой, ё-моё, я уже начал. Ага. Так нечестно. Masons, capture the outer fortifications! Ну что, мой добрый товарищ, ты предал масонов, стал этим. А, кто это был? Я доберусь до тебя. Подтаскиваете этим. Ай, блин. Keep pushing! We need to establish a foothold! Я не приду, я просто шпион. Ты эльфари, да? Я лазутчик. Это наш? Наш. Отлично. Так, это наш? Нет, это не наш. Да, блин. А как это он делает? Как вы это делаете, я не понимаю. Я одного футболиста убил. Well fought! We have taken the fortifications! Ho-ho! The Agathian flagships are anchored in port! Destroy them! What the? Дезертирство, отсюда отступаем. Потеряли точку. А, я забыл. Holy show! Ну, зарубили, зарубили толпой. Jeez. А, меня так. Винтов нет. Собака, а? А! 30 против 31. Мясо, мясо. Просто меня зарубили толпой, а? Yeah.
Ай, блин. Да, ёпта, мать, спрыгнул за чуваком, а? Я сбился. Да и тяжелый. Я прыгнул, что я тоже за ним прыгнул. Да. Гавани женщин. Ну не в моей. Ну, в общем-то, по сути верно. Так, если я буду все тут исследовать, да? Да блин, кто там? Блин, оружие сломали. Лучник меня продырявил, собака. Ой, черт. Меня отправило просто вперед. А вперед это оказалось между кораблями вода. Самоубийство. Пороховая бочка. Ползает. Ай-яй-яй. Ай, надо еще дальше отползать. Кто это такой, не КТ? Тут такое мясо и такой тип урона, что ну, то есть убивать членов команды просто. Это не то, что обязательно, но как бы без этого не обойтись. Ну и как бы анимация не такие задержки. Блин, вот я по своему же пила по голове. Они когда кричат, это ва-а-а! Да как будто эти орки. Что у нас тут? The outer ward is ours! The city is now in reach! Demolish their relics! Suspicion cannot defy the might of the Mason Order! А, кто меня? Моссад, блин. Стрелки ёкарные добавили. Паром приходится бегать, я вообще паром никогда не люблю играть.
Ну, прокачаешь, ты будешь чем-нибудь побольше. Можно, кстати, этим рыцарем же играть. А рыцарь, он вообще тяжеловес. Как я понимаю. Ник прикольный, злая псина. Целая банда такая. Тут бы многоствольный пулемет бы. Nearly half of the Agathian relics are destroyed. Keep smashing. Какой дезертирство, я просто тут... Как бы... Я не ухожу с поля боя, я тактически обхожу. Берут. Предатель. Я просто бегу вперед, а у меня берут назад. Тактическое отступление, да? Кто, блин? Ты воюешь не в ту сторону. Basics into the church and lay waste to Phaedrin's tomb. Своих. Сразу же миссия «Праведный отбор» вспоминается. Блин. Думал помочь, меня самого вот уже убили. Осквернить могилу Фейдрида. Нифига себе оно задание. Надо чистить могилу. Типа такие благородные и злые, да? Благородные бретоны и неблагородные австрияки или там кто-нибудь. Чё, и всё? Как бы... Блин. Где моя булава? Да тут один подсвечником дерется.
Я вижу, кто с подсвечником бегает. The Agathians are fleeing the hallowed city in disgrace! Комменты попёрли, тупые шаки. Окей. Амазоны, да? Новые предметы там, типа, о, как интересно. Да. Так. Сейчас я за чаем, она тут пока сама. Я вернулся. Я смотрю, мы тут приплыли неизвестно куда. А, мы снова. Это да, ответный визит, да? Свинью подобрать можно. Да? Да, я направо бегу. Там какой-то ключевой тут. А нам захватывать мне крестьян надо? А, походу. Зачем? А ну как? Крестьянина тащим. Грабим. Крестьянин тоже надо? Он такая... Я свинью через забор перекинул. Блять. И по переходу. Это собака. Блин, меня там... Ставь, в корабли надо, да? Да-да-да. Я тут крестьянина утаскивал, меня подрубил один. Так. Так сказать, грабить караваны. Да блин! Я ему голову отрубил. А, это красный, это ж собака. Честно, это не наши. Проклятые мазоны! Проклятые мазоны, мазоны. Я когда-то был за вас, но я понял, что вы творите херню. Так, а что у меня? Так, где мышка? Все, пропала мышка.
прикольно, что... То самое... Можно все кидать. Лучников. Ай. Бегут. Мне башку отрубили. Моргенштерном. Ну да, такой, такую музыку послушаешь. Кто там у нас такой? Бывает. Так, где блин. Взял лук. Патронов-то нет, и ни хрена. А что у нас здесь? А, вот оно чё как, Михалыч. То есть тут технически можно было лук взять. И нормально. А, козёл, убил, а? Да не то, его подбирать-то надо. Ладно, иди нахер. Ты нам не нужен. Трупа летает. Блин, а? Только меч подобрал. Новенькой. А, я понял, что мне дали. У меня второй. Жили, падлы. Мы бежим на помощь. Кто там такой был? А, тут. Понял. Иди, понятно. Что за стол? А, я понял. Тут на стол можно залезть. Что это такое? Да блин, извини. Надо вовремя отступать. Спасибо. Что у нас тут такое? О, на башню можно залезть. Зачем, правда, непонятно. Я на башне был, когда она взорвалась. Ух ты, мне прям в лицо прилетело с лука. Ой, кстати, чат не включил. Ah!
Кто здесь? Это мне прилетело. О, меч. Меч, топор. Как? Один против троих как-то. Против четверых не очень. У меня еще пятеро. Как держится? Да, я вообще не. Да, я тебя вижу. Деус Вульт. Отрубили. С одной рукой такой. Я думаю, чего он не бьет. И что, жил немножко? Да-да-да, я с одной рукой такой, типа, понятно, что происходит. Однорукий Джо, прикольно. У меня главное все вообще летает просто. А в ОБС ни хрена нету. Да блин. О! У меня одна рука. Сверх. У меня тоже эта фигня случилась. Типа, рука, где моя рука? Vengeance for Gallancourt! Ага. Все, у меня больше нету. Я еще чуть-чуть держу третий уровень, отлично. Просто весело. Пардон. Пока анимация закончится, успевает другой игрок подлететь. О, лук. Лук. Пойду возьму стрелки. Да. А, хе-хе.
На излете я. Ах ты зараза. Мне руку отрубили, и я бегаю, короче, с отрубленной рукой. Только могу, короче, левый бить. Вот еще орёт, моё! Кто? 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 Дайте мне отойти. I'll do you for that. Нужно больше стрел. Я с одной рукой еще морду успел набить. What's your problem? Leave no one alive! Ага. А вот. Кого тут? Блин, еще попади. Ой. Нет, 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 нет. Черт. Ой, я лучником могу стать. Давайте. Вот что значит. My life for Ayur. Как говорили классики. Собака. Черт. Да блин, первый раз как случайно подобрал, так я про... Профессионала, да? А блин, ни хрена не попадаю ни в кого. Ой. Черт. The heretics leaders are gathering in the stone circle. Kill them all. Ладно, не так весело.
Поначалу было весело, когда ты подбираешь случайный лук, тогда весело, а потом начинаешь с этим луком бегать, то может быть не так интересно. Еще попади в этого сукиного сына издалека. Убейте еретиков. Я погорелся. Надо печку взять. Да, блин. Блин, чё ж это... Чоп-чоп-чоп-чоп. Я к тебе подбегаю. Вот и я. Ай! Нифига себе какой! Жирный. Most of the pagan chieftains have fallen. Эй! Как это я удачно так? Случайно. Эй! Блин. Повреждение не так хорошо работает, как хотелось бы. О. Ладно, будем тренировать лук. Ты поналетел ты сколько, а? Ой. Бейте еретиков, да, еще минута осталось. Мы только половину убили. Ай, пардон. Ай. О! Ну, забили. Пойду в Деус Вультом. Знаю, что мы делаем неправильно. Мы мало кричим. Ай! Собака! Девять восемь. Срочно надо убить еретиков. Да блин. Релакс, это гейм. It's war. It's war. Coxwell. The slaughter of Coxwell. Send them to join their families in death. Bring me them. Ну что ли еще графон, я не знаю. А блин, у меня вообще все летает, но почему-то ОБС подтормаживает. Я сейчас смотрю, у меня вообще тормозит. For the Iron Fist!
есть. Нож. Что там у этого самого? Топор палача. Это что такое? Колотушка. Сюда надо команду. Заряжение. Это который кидается. Ты в какой команде? О, наконец он мне что-то. Я сейчас скажу. Я в масонах. А, я тоже. О. Нифига себе. Пока смотрел статистику, у меня герой бежал, горячий чуть-чуть загорелся. Крестьяна. Нифига себе, меня крестьяне разоблачили. Суки. Что они себе позволяют? Или это мне показалось, что это... Вау! Ой, пардон. Чем отличается? Да там. А, это ты? Извини. Щели ударил по голове потом. Это ты. Происходит. Мы идти. Красиво отлетел. Надо прыгать мосты. Что за херня? Этот Деос Масот очень серьезно воспринимает игру. Ну... Блин, я своего убил, а? Ох ты. Ну, полубой никто не заметит, ты не дал волнуйся. Мейсон, smash down the gate with your weapons. Так, все, пошли рубиться. Собрались. Ай! Кто это, сука? А вот вижу. Ты такой сейчас отворачивался, чтобы по своему ударить. Блин. Попал. Попался на этого Масада. Нам нужен какой-нибудь Деус Хамас. Я уже встречу и убиваю. Просто тупо кидаю топор. Где мой топор? We have reached the city gate!
Enter the city and loot their valuables! For the honor! For the honor! А, кто? А собака, а? Блин, а. No use. Ай, блин. Ага. Бля! А! Сначала кинул своего, топора потом еще ударил его. Спасать. Сру. Сру, сру. Не надо срать. Украть золото. The town is almost completely looted. А, блин, что-то. Не-не-не-не. Ладно. Моя смерть была не напрасной. Ну почти ты там пришел сразу, новый. О, интересно. Новое оружие открылось. Вы обижаетесь, что я вам эту сломал. Вы что, вы построите или нет? Такая эпичная музыка. Так, надо собраться, что-то я расслабился. Точнее, чекать уровни, и у меня будет меч, наконец-таки. Ага. Ой! Эй! Золото украли. Onward! The enemy has fallen back to the market! Да. Появляемся ближе. О. Прошло. Да.
Я с тобой слежу как раз. Там посередине стоит. Блин, кто меня... А, меня подорвали. Где золото? Где золото? Нужно больше золота. А, я ни хрена не понимаю, просто меня пирачат. Рыба. Да ну нафиг. Asians, their soldiers are making a final stand. Finish them. Па-па-па-па-па-па. Извините. А, не угадайте меня, мне это пробило из требушета или как это называется. Помни, мне тоже по лицу это камень прилетел. Ну, мне не камень, вот такая огромная стрелище. Не, что-то прям лагает, лагает вообще. Какая-то низкая настройка. Здравствуйте. This is upsetting. Ай, блин. Я попался туда, не делали, не попался. Kill them all, no quarter. О, тут можно еще так. Блин, я такими фишками, финтами тут не пользуюсь, потому что забываю, что они есть. We have eliminated half of the remaining forces. Так, что там у меня? О, мне топор дали для рыцаря. Но в следующий респаун. Топор в плечо воткнулся. Ай. Ай, блин, меня подгло.
как я умудрился? А, наверное, кинули это огненную бомбу. Бейте защитника, блин, еще... А, туда надо, не нужно убивать. Прицели нужно убивать. Этих самых, которые там внутри, пробиваться нужно, типа, метр. Да. А тут как-то увлекаешься и ты. Дракой. Смешная нарезка голов, Паша. Петь какие-нибудь хвалебные гимны на латыни, типа «Вкусный суп наварили». Суп. Суп. Вкусный суп. Суп наварили. Суп наварили. Сейчас вернусь. Супчик. Cross and lion! Slay them all! I got the team! For Argon! For the tea and the angry cat like singing! Kill all the Masons! Leave no one alive! Take them by surprise! Attack! Brothers! Stop that caravan! Ну что, тут началось? Точно началось. Да. Так, ладно, давайте. Хикс, крестоносец. Да. А. Так, что там у нас по... Все нормально. Бежим. Ой. Ой. А свою же баррикаду. Да блин. Включил себе. О, отлично, меч. Мессер, не мессер. Цель не достигнута. О. Что может быть лучше, чем будет из тотого вара? Так, кого тут можно тут? Крушителям надо. Надо грабить караван, да? 18 против 20. У них преимущество, так нечестно. Да блин. Так, как ядрит Мадрид. Он же спиной стоял. Алибарда тяжело сражаться с мечом.
затягиваешься. Фига себе, фига себе. Чё такое? Чё, где наши? Собрались пацаны. С моста прыгнул сразу топором. В голову зарядил. Красиво получилось. Так с лету, да? Да, просто сверху, прям перед ним в лес упал и топором кинул. А, это не то. Там сюда не надо. Ай! Это, конечно, игра, где творится всякая дичь. Да блин. А, сука. Сука, щука, щука. Давайте попробуем. The Mason caravan has reached the gate. Fall back to the gatehouse. Где этот гейтхаус? Конечно. Defend our gatehouse. Круто придумал. А, не с другой стороны. С тобой, ты за воротами. А нам надо защищать перед воротами. Ну, технически не надо, как бы. Блин. Как? Чё-то я вообще не понимаю, как тут это работает иногда. Вот такой блок. Вау! Пробили. Ворота? Ага. Пойдёт твою мать. Блин, все ушли с этой лестницы, они как раз таки на правый фланг пошли, на левый фланг пошли. Блин. Тут только один был, а тут набегали. Набегли. Что-то какая-то херня. Точно. Чувак с пингом. Шипипец. Знамя кто-то воткнул. Ага, как это работает. А вон я вижу там. На бой можно, знаешь, это там типа. Квесты всякие показывать.
Блин, чё вы так? Чё, смотри-ка, и задержка есть какая-то. Побольше. На тебя, блин, как вы это сделали? Просто взяли, так пробили нахрен все. Ты такой, и чё? Пошли до усмертить. По своим мощи. А у меня оружие тут выбили. Ой-ой-ой. Какой дезертирство, блин, я не могу просто. Отлично. Собака. Он мой. Сволочь, убил меня. Падла. Я хотел, чтобы он был моим, а он меня убил. Ой. А,
Патронов нет? А, есть. Все, отлично. Поймали и засунули лук. Утонул. Прикольно. А, блин. Здесь пора переключаться на... Мясо, мясо, мясо. Знаешь что, я на катапульту залез, а другой чувак ее зарядил, и мной из катапульты выстрелили. Я просто в поле ворвался. Прикол. Вот если бы вначале появишься, катапульта слева стоит. Один камни таскает. Блин, а собаки вдвоем. Нормально, продолжаем. Не хочешь попробовать с катапультом залететь? И куда? Ну вот здесь слева. Слева вот, я не знаю, как меня будет. Прямо вот слева возле реки. Катапульта стоит. Так, а, ты в башке там, я понял. Да я куда-то, блин. Как мне отсюда пройти? А, вот. Leave a bruise.
Я? Катапульту, хотя нет, вроде отбили. И много-много раз. Ну что там? Рубимся во второй. Да, так что давай качай и... Если успеешь, все, закончились бесплатные выходные. У вас, я две минуты как. Ну, не, скорее всего, до этих самых, до понедельника, получается. До понедельника. Да не, я зашел по взрослому с работы. Если что, у нас стримит. Всем приятно. Да, я титом на стримах там и всего тому подобное. А я с работы приехал, я работяга, я всем поработал, я всем поработал. Ты это самое, ты как-нибудь найди времечко, чтобы сыграть с нами в этот Back for Blood. А то у нас 4 компании не пройдены. Скорее всего, уже ближе к 20 числам декабря. Если у меня тогда время освободится, да и заказы поутихнут. Вот. И тогда спокойно залечу с вами в БФБ. Угу.
Угу. Ну и вообще что-нибудь другое тут, блин, я застрял в этих полях. Есть двоих, радионод, можно в радионод, в принципе, сходить потом. У меня нету радионода. У меня даже ачивка при здоровье меньше 20%. Нарезка на просто в канале. Ага. Детей. Что их нарезали детей. А головы они хотя бы смешно нарезаются? Диора нота. А, блин, вдвоем меня... Я гребаного лучника не мог завалить, он, сука. Просто эпик. Рубил его, началось. В кабинете. Короля. Вижу. Надо в кабинет. Блин. А, чувак, извини, он подполз ко мне, чтобы я его вылечил, а я его с ноги пнул. Не-не, все правильно, это чтобы он не втыкал. Все верно. Он ко мне подбегает, вылечи, а я с ноги просто не попал. Пошел отсюда, типа. Все такие в крови, непонятно, красный, синий, черт я знаю. Вообще-то жесть какая-то. Как эти бисты из Верментайда. Они что-то орут. Говори. Тута. Че, почему ты не умираешь, зараза? Как они умудряются блокировать столько ударов? Ух, мясо. Просто жесть, что твои скрои там просто не вижу. Откуплить не могу. А, я понял, что происходит. Они просто... Они просто пытались мясом задавить нас. Они просто пытались его убить. Угу. Ну чё, как тебе так? Прикольно. О, Тинози. Арабы. Ну, в смысле, эти диснеевские арабы. Принцев Персии.
Штурмер, а ты когда свободен, получается? Ты говоришь, что ты вот так поздно приходишь с работы, ни хрена себе. Да. Я с учетом того, что я в 6 утра на работу ушел. Ни хрена себе. Тебе сколько лет? Ну, угадай. 18 есть? 49. Есть, есть. 4 августа исполнилось. Добро пожаловать. Welcome to the club. Welcome to the club, buddy. Yeah. Да. Да, ну, думаю, может, в Литву съедем. И в Латвию. Потом... Как тебе взрослая жизнь? Да, блин, пока не чем скоро. Каножа! Wait, да нет, this mission stand of our land! Мы за арабов играем. Да, точно. Мы желтенькие. Закинул топор. Попал в него. Это через какие-то ваши эти стенды, как мало это. Как они смешно орут. А, так, так ты говоришь, что ты с 1 в 11 пришел, да? Ну, сейчас, по 6. А, по субботам ты свободен хотя бы там? Может там не пятничные, а субботние вечеринки устраивать, хотя суббота могут. Да нет, пятница. Я спокойно. Пятница спокойно. Я работаю. Мало парту понедельник. Ох, нихрена. Извини. Да. Да, типа суббота и воскресенье, если пар мало, то и понедельник. Ну и там пятница еще. Угу. Ну мы как бы на пятницу обычно. Драм. Ну, четверг пятницу, пока я работаю. Ну, пятницу вечером-то я с ним был соберусь. Не вся премия. Прикольная, слушай, игрушка. Как-то удивительно, что здесь набралось столько людей на такие массовые тусовки. В чем? А здесь всегда так много. По первой части, помню, всегда народ много играет. Оружие. Мини потеряно. Алло? Алло? Вы тут? Мы тут. У меня что-то соединение потеряно было. Ага. Фигово, а ты... Да вроде есть, но ты такой желто-зеленый какой-то. Ох, блин. Питпоер. А, ты спрашивал, почему у тебя два топора, и теперь понял, почему ты так спрашивал. Да, потому что одним кидаешься. А второй, да. Ай, блин, кто? Блин.
Интересно, как тут компания это устроена. Угу. Ну, тут чувак зашпилился за углом. А, кстати, так я вот чё. Чё? Давай. Что ты говоришь? В чем суть игры, в которой есть, типа, что там вообще происходит? Это как первая батла или что-то другое? Ну, типа того, да. Нет, типа, да, только как его две группировки выставили там какая-то. Один развивает, другие защищают. Ну, что в средневековье? Думаю, можешь включить стрим. Надо посмотреть. Да, а тут ты не смотришь, ты просто слушаешь, как мы тут. Ну да, так оно и есть. Радио такое, да? Да, да, радио свобода. Радио дружба. Дружно рубим головы. Главные традиции от бензопильного завода радиотехника. Вау. Что бы это ни значило. Воин замочить. Понравилось? Ага. Вперед полетели. Толкать осадные рампы. Так, чё-то я сам расслабился совсем в этом уровне. Ай. Воу. Да-да-да, понеслась. Точно. Расслабили, забыли, что орать тут надо. Да-да-да-да-да. Я что-то просто в прошлый уровень прям вложился, что сейчас. Ты на каком фланге? Что-то как это. На левом. Блин. Вроде нас больше, чем мы не выигрываем. Это фигня. Но... Как махать мечом тут? Ау. Блин, блин. Ей, мы сделали это. Ой-ой-ой, нет-нет-нет. Так, ладно, пойду я делаю презентацию на завтра. Дело хорошее. Пытался уже не спать, все. Давайте, спокойной ночи. Давай. Удачно. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи, удачно, да. Удачи в презентации. Спасибо. А-а-а. Кто там меня пытается? Ай! Да блин. Интересно было бы вот это, как это юбисофтовская называется. Не, у них там еще такая, типа, тоже рыцарская хрень. Yeah!
блин. Всех развалил просто четверых. Да-да-да. Эти задроты бесят. Но. Я только еще в первый не играл, там, ну, когда там прошло лет 5. Ага. Там такие просто задротые лютые появились, вообще просто играть невозможно стало. Safe flight. Что там? Еще последний надо или все? А, да, еще одну надо уничтожить. Да бля, помог вам. Блин, это собаку. Что? Да у меня что-то оружие подобрать. Нихуя, у меня одно так, прям в груди такой. Как мне оружие? Е? О, брал. Видимо, он не может подбирать оружие из своего класса. Да вроде может. Я ж там лучника подбирал. The ramparts are ours! Proceed into the city! Yes! Kenosha, clear a path for our bombards! Take control of the bazaar! А, да, иногда что-то не получается. Может, совсем которые не сочетаются. Может быть. А может, у тебя такое оружие уже есть? Как-то... Они мне просто голыми руками бегал, без ничего. Ничего подобрать не мог. Потом подобрал своего класса оружия. Ну, видимо, да, ладно. Может быть, я был не прав. Моя жена покинула меня, потому что я слишком много играл в эту игру. Да. Жена не заменит рыцарского духа. Да блин. I do not think so. А, да, да. Да. Вместо того, чтобы жениться, нужно идти на Иерусалим. Ну. Ну не сейчас. Потому что ты ускольд. Да, да, да. Че там толкать? Ну и куда толкать? И не толкать. И нет, какая-то непонятно. А, захватить ярмарку, типа уже там. А! Мне руку оторвало нахрен.
Дайте мне оружие. А, нет. А, подожди. Отбежать, а. Полз, а я пытался его догнать да заколоть. Да. Ой, ни хрена, это просто так вот. Взял и вынес. Вот же раз. Просто толпой зарубили, красавцы. Дайте мне оружие, дайте мне оружие. Ай, не туда. Ой. А, это свой был, ёб твою мать. Весь такой обляпанный, да, абсолютно весь, да? А ты тоже видел, да, его убил? А? Ты тоже его бил, что ли? Это ты был? Да нет, я просто одного уже так завалил, потом поднял. Я, главное, его ударил, и все на него накинули. Азарт. Эй! Это тут, как-то тут. Стоп, Эйд! Ну чё ты стоишь со своими оружием, что происходит? А? Один бьет, другой защищает, третий добивает, и все желтые. И все красные, блин. Shoot!
происходит, что происходит? Мне оружие выбили из рук. У меня одно оружие выбили из рук, второе оружие выбили из рук. С кулаками тогда бросился. Так, где вы там? Черт, походу мы ратушу не захватим, они там слишком плотненько сидят. Или далеко бежать. Пока добежим, то вообще пипец. Тут кто-то эти... Я с ноги заскочил. А мы померли посерединке. Все-таки кровавые хрены знают, как они выглядят. Где вы там? Я вас руками голыми побью. Блин. Новые предметы. Львиная грива. Только всего что-то доступно новых предметов. The Siege of Rodhel. Че, давай еще полчасика их закругляемся, да? Да, можно, да. Go, blue team! I saw you! I got that! Counting! For that guy we love! For the team! And the angry surprise is here! After weeks of siege, today, we take the castle! Brothers, we must push the siege towers! Кто-то тут подзастрял. Ай, чё-то не понимаю, что происходит. Мы здесь синие, да? Да-да-да-да-да. О, пикинёр. Ты с какого фланга? Да ты что скажешь? А я посреди. А вот я справа от тебя прям, да, я за тобой бегу. Я прикинь. Что тут надо сделать? Толкать основные башни. А, понятно. Короче, рядом надо быть. Myself, and nobody cares!
кто-то меня сзади какая сука. Что случилось? Подбили. Блин, вдвоем. Может быть, я с этим и справился бы. Тут они собрались, я смотрю, в кучку, да? Я наливаю. Нет, башня прилетел. Видел? Куда тебя? Я прилетел к флангу. С катапульта за ними, короче. Окей. Я перелетел башню и сзади. Вот сейчас, если начнешь, увидишь катапульту. Там залезай на нее. Блин, а? Ой, мне прям голову снесли. Да, можно подниматься на штурм. А тут... Осторожку. Это считается самоубийством. Вот и я так же. Кто-то открыл, кто-то закрыл этот люк. Ай, блин. Что-то он жирный какой-то был, я резал, он не резался, зараза.
Нет, свой Эндер. Убили. А, окружили пятеро со всех сторон. Ай, кто там? Дезертирство. Я тут как раз таки на самом поле боя. Долго бежать на поле боя. На первой карте как-то быстрее все было. Да. Сторожку, походу, мы не захватим. Где эта гребаная сторожка? Я даже не понимаю, где она. Ну одного хотя бы убил. Там это... Не, подожди. Блин, чуть-чуть. Нет, здесь надо было крутить. Короче, хрен его знает, что-то там было. Короче, надо было ворота поднять, типа. Уровень у меня. Мне тоже. Освобождение Монткруса. The reclamation of Монткрус. For the son of a thousand spears. The Empire Eternal! Так, может, да? Что там, четвертый надо? We shall not sit back idly while the Northmen spoil our waters and defile our lands! What's more, we shall vanquish our old enemy from the home! Spear! The Northmen are weak and fearful! The might of the desert snake rises! Now's the time of revolution! The Gathans are coming to silence our bombers. Protect Mount Krook. For the Empire. Not let them bring those Hakan's
что-то взрывается. Да, ты двое на меня. Сука. Тяжело не... привыкнуть, что синие это теперь плохие. А мы желтые. Для них, для нас, что синие, что красные. Биться, он прям такой пробивной. Мы такие пробивные. Я остался один, несмотря на то, что успешно убивал синих еретиков. Нет, синих. Короче, тележки не защитили, не остановили, да? Наверное, из-за того, что как раз таки тележки не остановили, и все телепортировались. Да, да. Да блин, что здесь? Скорее да? всего, а ты поэтому один остался. Ну
Да, бомбы, кстати, обезвреживать можно. Судя по тому, что там написано. Ай, пардонте. Да блин, чуваки. Let me help you. Get up. I cannot. Bugger all. Когда у меня там четвертый уровень будет? Что такое, а? Попасть не могу. Самолет, да? Успевал отреагировать. Молот подобрал, прикольно. Сами справитесь, наверное. Ай, блин. Я скажу, что тут как-то в некоторых местах очень трудно понять вот это вот, насколько далекое оружие. Да-да-да-да-да-да. То есть как бы... Согласен. Как антиалибарда вообще никак не понимаешь, какой у него радиус атаки. Да. Thank you.
Черт, потерял. Оружие главное потерял. Почему БС так тормозит? Я не могу понять. Вообще просто лагает. Может, идея просто нужно. Игра работает идеально. Мне кажется, что тебе нужно обновить эту самую видеокарту. Мне кажется, процессор не справляется. А какой у тебя процессор? У меня эта игра вообще летает. Не знаю, мне 60 FPS. Какой процессор? i7-3770. Ну, седьмая же версия, у меня тоже седьмая. Как бы не должно. Ну, уже старенький. Ну, старенький, не старенький, все равно i7. Если офицер у меня уже есть, а ёкарный бабой. Блин, если мы еще минуту стены защитим, то мы победим. Ай, меня убил. Союзник, союзник, помоги, пожалуйста. Ты меня убил, ты меня и подыми. Чего ты на меня смотришь, дурак? Подымите, что ли? Если бы я знал, где ты, я бы тебя поднял. Бомбу, бомбу тащит. Ну что там у нас? Где вот он, безоружный, голый? Вот они тут. Вай, Виктус. За два по... 31 убийство. За два этапа. О, хорошо. Слушай, наверное, хорошее время, чтобы закончить. Мне так кажется. Ну да, время уже час. В принципе, посмотрели. Тут мне можно бесконечно играть. Ну да, да, да. Нужно компанию открывать. Сейчас посмотрим на ролик. И закруглимся с каким-нибудь конклюженом. Надо глянуть вообще, что там за компания, чтобы понять, есть смысл. Не, ну красиво, красиво. Интересно, на каком движке они это делали? По-моему, на Unreal. На Unreal? То есть... Прошлая часть точно на Unreal была сделана, по-моему. Угу. Забавно получается так, что люди начинают моддинг на сердце, а потом переходят на Unreal. Фига себе такой. Ой, мы с лопатами начали.
Ой, я как это самое, как крестьянин. Занять виноградник. Оп, не бог. О, наконец я прокачал уровень авангард. Блин, меня убил Сталин. Все, понеслась. Ладно, давай закончим, что ли? О, я за женщин начал. Ты, наверное, еще не умер. А, блин. Сейчас еще попробуем. О, конец за рыцаря начал. Все, теперь я играю за вангардщика с двумя мечами и кидающимися мечами. Вообще, ну, третьего класса. Вот это то, что надо. Да, залипательная штука. Блин. Фу. Ладно, давай закругляться все-таки. Будем закругляться, да? Да, спасибо, дорогие товарищи, что смотрели. А, да, давай-ка я выйду все-таки в главное меню и скажу... Нет, подожди. Да, подтвердить, выйти из игры. Ну, я скажу, что мне очень понравилось. Как бы непонятно, как тут вот... Какая компания? Что там у нас? А, тут, видимо, зимняя компания. Это что-то такое... Что ты потом зарабатываешь, типа, в ней? Я тут смотрю. Ну, то есть у меня тут зимняя компания, она немножечко так прокачана. Это как будто этот Battle Pass получается такой. Интересно, а наш прогресс сохранится, когда, допустим, мы игру приобретем полную? Ну, должен сохраниться. Ну да, тут Battle Pass это... Купить премиум, это как, ну, в Quake Champions там тоже есть, типа, обычный Battle Pass, типа, за то, что ты играешь. И если ты премиум, то у тебя немножечко больше, какие-то более крутые вещички выпадают за то же прохождение. Угу. И, типа, вот это вот выбор компании, это скорее выбор Battle Pass, которого ты хочешь. Отдельные сервера. Ага. Отмен, подождите. Тут у нас отдельные серверы. Что чего так? Он бежит без руки? Так смешно. Бежит и машет. Ага. Ну да, ну в общем-то мне вначале непонятно было, как бы, как это играется, потому что я как бы с Верментидом сильно смешивал. Как бы Верментиде в этом смысле достаточно аркадно, а тут такие вот, ну как бы, как в этих японских, что, не знаю, один раз ты можешь там отшатнуться, один раз заблокировать, и потом какое-то время... Подождать придется, пока оно восстановится, и ты нормально сможешь обратно восстановиться. Пока оно восстановится, тебя убьют, и особенно если на тебя несколько человек нападает. Хотя некоторым это не мешало, честно говоря, это такие явно уже задроты. Ну вот. По графике все прикольно, лор прикольный. Вот, я, правда, конечно, больше люблю такие синглплеер, ну, как бы не синглплеер, но кооперативные, ну, так, чтобы... Типа у тебя, ну, какая-то, понятно, вот, да. Проходиловка есть. Вот. Но то, что мы тут засели на 3 часа, как бы говорит о том, что прикольно. То есть это достаточно веселый опыт. Вот. И тут есть вот этот челлендж, когда ты схлестываешься с игроками. Я уже начал подмечать, в какие драки нужно ввязываться, где там.
лучше отойти, попытаться своих дождаться, как так. Ну, какая-то такая тактика, стратегия пошла. И даже немножко приноровился к тому, как вообще эта битва происходит. Хотя, ну, до сих пор по оружию я особо не то чтобы разницы не понял, а как бы... Ну, такой, все равно пока что хаотично. Нет у меня такого еще в голове картинки. Но это первый раз играл, в общем-то. Да. В первой части как-то оружие, каждое оружие чувствовалось по-другому. Не так, как здесь, я с тобой соглашусь. Но в первой части сразу все оружие было доступно. То есть ты мог выбирать там, ну, там какие-то только совсем суперэлитные мечи были закрыты. Угу. Также прокачиваться. Но всякие длинные, короткие, двуручные, одноручные, у тебя был большой выбор. Что выбрать, ты действительно понимал, что короткий меч быстро машет, да, но радиус маленький. Свайхингер вот этот здоровый, широко машет. То есть там прям, ну реально, надо было понимать, что брать и какую скиллуху себе качать. Угу. Здесь я тоже не почувствовал как-то разницы, что меч... Ну, только, знаешь, между мечом и топором я заметил разницу. Ну да. Вот. А так как-то да, согласен. Там, наверное, какая-то тактика того, как оно махается, скажем так. Ну, тут вот пока привыкнешь к тому, что вот, типа, сверху замах — это колесико, там снизу подбитие — это тоже колесико, там обычные удары, силовые удары, тут еще вот это вот, то, что обухом можно бить, это ногой притаптывать. Я вот с этими дополнительными ударами я пока еще, ну, как бы... не вкурил, потому что я пытался там пинаться, но толку мне этого не давало. Чуваки все равно мне, вместо того, чтобы это как-то так их блокировало или как-то там отбивало. Ты здесь, кстати? Алло. Да. Ну, вместо того, чтобы это блокировало их и как-то так, ну, какой-то шок давало, типа вот. Вот, сбивало им атаку. Оно просто забирало у меня время, и меня пробивали. Вот, вот это вот мне непонятно. Да. Я немножко тоже не понял тактику и стратегию, которой надо придерживаться. Потому что у меня, видимо, тоже с верментидом путается, знаешь, что если правой кнопкой блок зажимаешь, тебе его ударили, и ты как бы, да, его пробивает. Там у тебя 3-4 раза тебе можно защититься, а тут... По сути, постоянно держишь правую кнопку, не отпуская, и левые атаки наносишь. Он все время блочит, как бы без остановки вообще. Такой какой-то своеобразный блок. Я сначала вообще не вкурил, как он работает, а потом как вкурил. Ну, лично для меня, знаешь, такая имбовая комбинация получилась. Залетаешь сразу, то есть удар, блок с ноги, и как только с ноги пробил, если удачно, сразу сверху топором там или что. Ага. Кстати, вот насчет молота я заметил. Молот. Ты молотом успел попользоваться? Я не попадался. Да немножечко успел, но как бы не то чтобы там. Просто я заметил, что молотом сверху, когда бьешь колесиком вверх, он прям пробивает даже с щитом. То есть такой прям действительно импакт, как от молотка здорового. Вот. Ну, там есть какая-то разница, когда там щиты бьет, не бьет. Вот это вот. Короче, игра прикольная, веселая, знаешь, в нее интересно играть, когда вот тебе просто хочется, я не знаю, отвести душу, прям просто поместиться со смехом, так сказать. Угу. Юмор в ней присутствует в любом случае. Ну да, согласен. И поначалу мне, конечно, после первой части, с контрастом по первой части, то что здесь всем подряд кидаться можно, это, конечно, вообще ор. По-другому не скажешь. А чё, кто с свечами и тарелками? Бревнами. Ну, в принципе, как в принципе, наверное, реально было бы так. А чё, нет, ты взял, схватил, кинул. Ага. Что можно. Да, свиней там, крестьян. Ну, как бы аналогов в Чивалре я на самом деле, ну, не встречал. Ни первой части, ни второй. Она такая уникальная в своем роде. Именно по мне рыцарская боевка здесь на самом деле неплохо реализована. Угу. На удивление, она не сложная, не сильно сложная. Да. В ней можно разобраться. И в то же время вариативность большая в атаках. С какой стороны, как, где отбить, можно потренироваться.
Это не чувствуешь себя, знаешь, не чувствуешь себя, как будто тебя посадили за штурвал самолета, и ты не знаешь, на какую кнопку нажать. Тут очень много вариаций, и вроде как все понятно, ты успеваешь сообразить. Угу. Вот. Короче, классная игра, мне понравилась. Согласен. Если на новогодние распродажи будут, я, может быть, даже прикуплю. Так. Да, но вроде и сейчас вместится. Эти самые распродажи. Надо посмотреть, это, короче. Надо познаться, посмотреть, да. Да. Ну, как-то так. Да. Ладно, тогда, наверное, заканчиваем, закругляемся. Да. 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 Ну что, дорогие товарищи, спасибо, что смотрели нас, послушали нас, если вы дослушали до этого момента. И если вам понравилось, как нам понравилось, то супер. Смотрите нас еще, ставьте лайки, подписывайтесь и прочие вещи. Вот, кстати, не забывайте, что у нас есть Discord-канал Кооператив Дружба и Homeworld Russian Fleet. Если вы также на стратегии заточены. Вот, ну и там прочие социальные сети. Вот, обязательно подписывайтесь на канал Хиггса, он регулярно ведет всякие интересные стримы. Например, Warcraft 2, он проходил недавно, там, ну, проходишь ведь еще, правильно? Да, вот, а там... Компанию орков уже заканчиваю. Да. Че надо, хозяин? Или как там было? Вот. Да, у него еще там... Да, он еще там в госпитале докторов лечил, или наоборот, доктора лечили, ну, неважно. Ну, короче, есть у него вообще. Да. Да, хочу поиграть сейчас в этот самый Uprising 2, очень. Uprising 2? Тоже классная игруха, да. Старая-старая, но очень крутая игра. Окей. Так что, ну, в теме заходите, посмотрите обязательно, да. Да. Будет интересно. Игрушка топовая вообще. Угу. Это, знаешь, из разряда классики такой, типа там Quake 1 и вот такого. Тоже 3D-шный от первого лица. Черт, надо посмотреть. Заценить, что ты там будешь играть. Смотри. Вот. Тебе тоже понравится. Угу. Но у меня, ну, ладно, да. Да. Ага. А у меня, в общем-то, кооперативки всякие, в том числе и с товарищем Хиггсом. Верментиды там выкладывали. И еще будет, мы там всякие идеи не проходили, там Dark Tide, я еще Penumbra и Dawn of War планирую допройти. Так что есть что посмотреть и что планировать. Так что у нас с нами интересно, мы надеемся. Так, если вы смотрите, то значит нам точно интересно. Вот, ну и у меня все. Да, Хиггс. Да, мне тоже, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз. Завтра, послезавтра наверняка тоже во что-нибудь увидимся еще где-нибудь, когда-нибудь. Ну и по пятницам обязательно. Поэтому следите за новостями в Дискорде. Если хотите к нам присоединиться и поиграть, тоже присоединяйтесь. Да. Все, всем спасибо за просмотр. Угу. Подписывайтесь. Нет. Ставьте канал, подписывайтесь на лайки. С вами были мы. До новых встреч. Спасибо. Пока-пока. Пока. Увидимся в этой или не в этой. Ну, короче, увидимся. Все. Пока. Всем пока-пока.